Торговая сеть Food Market. Акция «1000 путевок к счастью» представляют программу «Шоу вкусов». Привет, это неподражаемое шоу вкусов «Щи да каша, пища наша». Это известное выражение отражает основу русской фронтовой кухни. В День Победы мы предлагаем попробовать простой фронтовой кулеш из кулинарной книги лихих военных лет. Вперед на кухню шоу вкусов! Сегодня на нашей кухне колдует замечательный повар, знаток фронтовой еды Илья Мартынов. Привет! Всем привет! И сегодня мы готовим фронтовой кулеш – блюдо полевой кухни советской армии. Сегодня мы готовим фронтовой кулеш. Чем отличается он от всем известной фронтовой каши, Илья? Ну, во-первых, это суп. Думаю, многие откроют для себя его вкус, а для кого-то он уже ассоциируется с победой. Мы попробуем приготовить настоящее фронтовое блюдо, сытное и вкусное. Способ приготовления фронтового кулеша. В кипящей подсоленой воде отварить пшено до готовности. Нарезать картофель мелким кубиком и добавить в пшено. Варить еще около 20 минут до готовности картофеля. По традиции на фронте делали выжарки из сала и на растопленном жире обжаривался лук. Мы сделаем так же. Обжариваем сало и лук. В конце кулеш заправить обжаренным луком и тушенкой, потомить все вместе еще 10 минут. Перед подачей на стол добавим в наш кулеш соус кальве томатный. Кальве – международный. Марка с большим разнообразием видов и вкусов. Отборные томаты, созревшие на солнце, это основа кетчупа кальве, а ароматные пряности и другие натуральные ингредиенты подчеркивают неповторимый вкус каждого вида кетчупа. Очень вкусно, я попрошу потом маму сделать. Мне очень понравилось. Для приготовления фронтового кулеша нам понадобятся следующие ингредиенты. 2-2,5 литра воды, тушенка 300 граммов, пшено 1 стакан, картофель 3 штучки, репчатый лук 150 граммов, несоленое сало 150 граммов, сливочное масло 100 граммов, зелень петрушки по вкусу, черный перец по вкусу, соль по вкусу, кетчуп кальве томатный. Все ингредиенты для приготовления фронтового кулеша вы легко найдете в фудмаркете. В фудмаркете представлены товары со всех уголков земного шара. В фудмаркете есть все, и даже немного больше. Покупайте в фудмаркете товары счастья и участвуйте в акции «1000 путевок к счастью». Главный приз – 50 путевок к морю и 1000 других призов. Сегодня мы готовили фронтовой кулеш – блюдо, наполненное памятью о войне. Храните подвиг героев в вашем сердце, а наши полезные советы и рецепты в ваших записных книжках. А все продукты для их приготовления покупайте в фудмаркете. И помните, каждый наш последующий выпуск лучше и вкуснее предыдущего.